По поручению главы города на Витязевском лимане установлен круглосуточный пост. Контролировать ситуацию приходится, поскольку вмешательство в уникальную экосистему лимана ведет к его открытому уничтожению. Что самое невероятное, делают это именно те, кто живет рядом. Остановить хамов, которые облюбовали для себя этот уголок природы, как бесплатное место для помойки, надо всем миром. Проверить, нарезаны ли здесь кадастры. Вот. И если не нарезаны, то сформировать водоохранную зону в архитектуре. Внести изменения в правила землепользования и застройки и прямо вот по дорогу сформировать водоохранную зону, чтобы никогда никто здесь ничего не нарезал. Наказание за организацию стихийных свалок предусматривают сразу два документа – федеральный закон и правила благоустройства Анапы. Писали для себя и сами же нарушаем. Размер штрафов от 2 до 100 тысяч рублей. Следующий шаг – видеонаблюдение.